Всем привет! Меня зовут Ирина Агапова. Я участвую в проекте Whole World третий год. И вчера у проекта был день рождения. Нам исполнилось 4 года. 5 дней назад я собирала видеоотзывы со всего мира. Я общалась с людьми в скайпе, где-то 20 разговоров у меня было в один день. И я еще посмотрела около 6 видеоотзывов, которые мне присылали файлом. Когда я вечером легла спать, у меня вот эта вот вся информация была в голове. И знаете, когда я посмотрела все эти видео, и до моей глубины души дошло, что какие мы все разные. Мне присылали отзывы и глухонемые, и молодые, и пожилые, и люди живут в разных городах, в разных странах, и на разных континентах, и какие мы все разные. Помните, как говорилось в видеопрезентации, во второй видеопрезентации с актером? Посмотрите. Их сотни тысяч. Эти люди живут на разных континентах. У них разные профессии, религии, достаток. Они разные, но всех их объединяют благородные цели. Это фандрайзеры международного благотворительного проекта «Всем миром». И какие все разные, и всех этих людей объединяет наш огромный проект. И на меня нахлынуло такое чувство удовлетворения, что ли, аж мурашки побежали по коже, и слезы навернулись, потому что я тоже здесь, в этом проекте. И если люди сомневаются, я вам задаю такой вопрос. Если компания существует 4 года, неужели мы все 4 года кого-то обманываем? Подумайте сами. Я очень-очень рада. Конечно, в первую очередь это деньги, но если шли бы большие деньги, и я бы не любила работу, это бы не приносило такого удовлетворения, как приносит сейчас. Я обожаю свою работу, я обожаю участие. Колоссальное удовлетворение испытываю от любимой работы, и эта работа еще и вознаграждается, чего и вам желаю. Удачи!